Всем привет. Ребят, у меня пассажиры забрали бутылку Нести. Ну, знаете, холодный чай. Казалось бы, что тут смешного? Ну, понимаете, в чем штука? Дело в том, что холодный чай очень классно. Ну, то есть, если берешь кофе с собой, он остывает, ну, как бы уже не то пальто, да? А когда водичка, ну, как бы хорошо, но как бы хочется немножко радости, да, в жизни. А так, ну, с кислинкой, со вкусом чая. Вот, но у него есть один минус. Он мочегонный. И так получилось, что пробка была жуткая, и на заказ не приехать, ну, перекрытие, короче. Вот. Ну, очень в туалет хотелось, но на Кутузовском проспекте, как бы, туалетов не особо найдешь, особенно, когда стоишь в пробке. Ну, как бы, а бутылка-то опустошилась. Ну, короче, наполнил я ее. А куда ее девать? Ну, я положил ее в кармашек передней двери. У нас же на переднем сидении никто не ездит. Вот, и положил в кармашек двери. И тут, ну, что-то забыл я за эту бутылку, короче. И сели пассажиры, ну, из этих, знаете, которые, вот, тариф маршрутка. То есть 4 человека, сзади трое, спереди один. Всю воду сзади выпили, короче. Ну, а как сегодня утром оказалось, еще и из боковой двери Нести забрали.